4 дорожно-транспортных происшествия зафиксированы на территории Новгородской области за минувшие сутки. 2 человека погибли и 4 получили ранения. Авария со смертельным исходом произошла накануне около 17 часов на 42-м километре автодороги Крестцы-Акуловка-Боровичи. 43-летний водитель Nissan Almera выехал на встречку и столкнулся с большегрузным МАЗом. В результате ДТП водители и пассажир Nissan от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии уточняются сотрудниками ГИБДД.